Спонсор выпуска — сервер Армагеддон. Это улучшенный лут, рейты X3, зомби, ивенты и аирдроп каждый час. Информация под видео. Эй, друже, хочешь, чтобы мои видосики были тебе всегда видны? Жми на вот этот колокольчик, и все будет пучком. Всем привет! С вами Б16. Я продолжаю выживать на четвертом зарасте. Группа не более 2 человек. Перед тем, как мы начнем, вопросик. Как часто вы делаете камбэки? Свои ответы пишите в комментарии под видео. Пришло время собрать урожай. Так, нормально, нормально. Не хочу их клонировать, потому что что-то я наклонировал, у меня какие-то такие они вышли. Не идеальные, но заморочек много, надо еще поливать. А поливать надо воду носить, а не хочется это делать. Поэтому просто вот так вот. Сажаем, пересаживаем, вся суть. Недострой какой-то. Блин, нам бы еще пару человек. Ах! Опа, калаш! Понял. Сейчас не сдохнем. Опа. Под домом спрятался. Давай, этот под домом. Так, этот говнюк там что-то будет мешать, а тебе не выбираются. Давай чуть отойдем назад. Пойдем. Ну, гора, правда, давай вправо чуть-чуть. Подожди, или вверх, вверх, вверх там дом, если где спрятался. Положись вон, видно отсюда. Он стоит за этим. По мне работает, по тебе тоже. Давай, идем, за камень там прячься. Норм будет. Уходи в сторону. Там их двое. Я за капом бежал справа. Любители побердали. Болт? Отхилился. Это болт. Он где-то тут. Впереди. Я не вижу его. Это было... Вот эта штука и бегает. Драйвер станции. Япочка. Где он? Это еще один был? Я. Так, ну, в смысле, кепочка, вот этот товарищ. Пойдем дальше. Вот за дом, а дом деревянный, видишь, двое. Нет, не вижу, сейчас посмотрю. На камень поднимай, стой, сядь, заходи. Увидеть меня могли. Не лезь, не лезь, не лезь, не лезь. В доме есть один, судя по всему, или нет. Они поднялись, они нас не видели. Можем отойти в ангар. Неудобная позиция. Я внизу вот тут ползу. Он что-то смотрит там один. Я тебя понял, я снизу ползу. Так, один стоит, второго не вижу. Второго не вижу, меня увидеть мог. Я мог увидеть. На камне топает. Вот! Ах ты ж! Пускай, 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 пускай. Не лезь, в спину зажмешь ему. Да, он меня вычислил, вычислил меня. Стреляет меня с калаша и все. Ух ты ж, больно. Нет, я больше не бегу, я сижу за камнем, где я был. Ну с калашом стреляет. Это в меня с калаша стреляет он. Он спрыгнул, с другой стороны еще один. Один. Отлично, иди обратно, заходи. Ага, держись там, держись. Еще одного калашиста убил, у меня сзади в спине тело. Так, одного доработали. Уходи, там пешка. Уходи, уходи, уходи. Да что ж такое? Тут у нас СНГ-ха, поднимись на скалу. Справа, да? Да, вот там тело. Живи, живи, живи. Уронил. Хорош. Забери калаш быстрее. Будешь нормально работать с ним. Я шприцы прожму. Вижу кепочку. Забирай калаш, забирай калаш. Вот тут калаш или что-то такое. Я пойду почекаю тебя. Так, а других ребят надо лутать. Давай, все, я с калашом. Я под этой подарку. Меня тут пролагивает все. Подожди, мне надо отхилиться. Давай, хилиться. Ё-моё. Адовые Томпсоны у них. Ты одел? А? Да, я одел, одел, я одел. Ты, подожди, было 3 человека. Пешкой рашит, он лоу хп. Лоу голова. Готов, 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 готов. Не спеши, не спеши, не спеши, там лучник еще. Ну, ты что, ты? Я на хиле. Подожди, а калаш был у одного точно, ты забрал калаш? Там 2 калаша было. Вот здесь я забрал калаш, ты в том забрал калаш? Нет, я не нашел второго. А, он дальше был. Движение! Вот там был слева. Тут же еще один, вот и завалил, я не вижу, где он. Он в ангаре. Нет, то в ангаре тот, давай, добирай, я поищу этого. Он убежал налево. Подожди, ты же забрал, я что-то как-то растерял. Убил его. Слушаешь, Андрей, я за ударом, я слышал.
Нет, это... Я нашел его, по-моему. И калаш нашел. Нашел, хорошо, а СМГ-шку? Поднял СМГ-шку, надо уходить в магазин. Прямо надо мной, понимаешь? Быстрее он подходит. Нет. Вставай, вставай резко. Сейчас не могу, ресейн, да. Все, тут. Аккуратно. Где? Это бегал здесь, фольгу сними себе. Или кепка бегала, или кто, я не знаю. А, калашист вот там, под тем же домом, где мы были. Я понял, сын. Кто-то бегает здесь. Он надо... Пешка, ой, пешка, это. Калашист придет туда, подожди. Калашист бежит, прячься, 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 быстрее назад, прячься. Калашист бежит. Я слышу. Он надо мной. Я пол, жди, я на себя сагрю. Нет. Давай, я сагрю. Уходи, перезаряжайся. Нет. Он отходит. Отходит? Да. Он отходит. Не спеши, не спеши, я подхожу к тебе. Слева, слева обходит. Возле дома квадратного вот этого. Отходи оттуда, отходи. Он сейчас слева будет. У меня патронов не так уж много. Тебе надо его убить, это легко можно. Ты его видишь? Тихо. Я уже вокруг обошел. Он у тебя слева, слева. Быстро сюда. Бегу. Привет. А ты его убил? Да, забирай калаш, быстро, забирай калаш. Я на отхил сейчас уйду. Ару. Давай быстрее, там у нас, по-моему, кто-то гости, подожди. Кепка бегает. Ну забирай быстрее, калаш валяется, вот он калаш. Все, забирай. Взял. Забирай броню, одевай быстрее. Готовься. Уходи. А, упс, это ты был с калашом, лол. Я там выкладывал патроны. О! Есть герой. Шашлычок. Ага. Подожди, ну помню. Он открыл эту дверь? Да. Боже. Это правда эта кепка была, конечно. Пустая, к сожалению, но... Ну, тем не менее, он... В нем сыграло любопытство. И он сказал, здравствуйте. А ведь я не заставлял открывать эту дверь. Я не заставлял. Антирейды на воде сложная штука, потому что никогда не знаешь, на какой позиции можно будет нормально стрелять, а не только плавать. Так получилось и у нас. Я застрял в воде, меня убили, Оунуда уронили, а впоследствии добили. Но мы вернулись, и что у нас вышло? Давайте посмотрим. Не вижу, вижу. Подожди, сейчас он подойдет. Он спускается вправо. Попал, не тратить. Он бегу. Отошел за дом. Он отошел за дом. Стреляю. Подожди, сейчас. Дай ему выйти. Я не вижу прицел. Слева. Прямо слева. Готов? Готов. Подожди, заберу с одного сереса. Так, подожди. Тут второй есть. Быстренько лутаемся и крой. Потому что я думаю, сейчас ребята поспеют быстро. Армор. Так. Там револьвер не забрал. Чекай еще. Вот весь наш армор. Забирай, уходи в сторону. Так, помониторь меня. Я тебя не вижу даже, где ты? Вот я тебя ты. Понял. Я тебя понял. Не могу забрать, если того вытянуть. Все, взял Томпсон с прицелом. Пусть с пустером. Ну, тут есть полезное что-нибудь? Все, я уходим отсюда, просто там уходим. Там вроде больше типах ничего не было. Да ты знаешь, особо нет. Ну хочешь, подожди, дай, я камбэкнусь. Взял? Да, давай. 500 дерева, думаю, нам хватит просто замуроваться, если... Если шкаф вообще там открыт. Но мы такие радостные бежим. Я не вижу, правда, ничего там. Там темнота, я ничего не вижу, ни черта. Ну ремонт открыт. Я ничего не вижу. Тут войти можно, я вошел. Он плавает. Я не убил его, он плавает. Я лошара, я его не смог убить. Где он там? Он в воде. Все, убил. Смотри дверь, смотри выход. Подожди. Шкаф почистил, отойди. Смотри выход, просто смотри. Подожди. Выход. Стой. Вообще реально замуроваться одной стенкой? Я смотрю выход. В смысле, я закрыл, я стенку поставил. А загрейдить? А загрейдить в камень, дерево загрейдил, ну а что еще? Пак, а я тут сверху открыл немножко, но они бустом смогут. Все, короче, смотри, что можно залутать, я буду смотреть выход. Тут такое ощущение, что ты его залутал-то его самого? Нет, он внизу валяется в воде, я не буду его залутать, потому что надо посмотреть выход. Ты пробуй лутать. Что, чекай выход? Так, пусто как-то здесь, очень пустенько. В нем, скорее всего, я могу... Подожди, там какой-то ящик интересный.
Да я еще раз шкаф почищу, а то мне что-то неспокойно. Подожди, тут я какой-то надо... маленький ящик у шкафа стоит, тоже пустой. Сейчас я зачекаю его, не спеши, не спеши. Ты твое дело крыть, все, кроешь? Чекаю. Где он? А. Где валяется, я его собрал. Тут еще валяется, подожди. Так, это бомжи. О! Тут одежки у них полно. Я вылез. Подожди. Вот часть плеет. Вот если бы можно было. Тут такое ощущение, что он взорвал сундук с ними, я не пойму. Мы более тут ничего не нашли, но под конец рейдеров обломали. На самом деле не ясно до сих пор, унесли они что-нибудь отсюда или нет. То есть рейд был, рейдили ребята. Как у них все это получилось, не ясно. То есть их там убили. Потом они кого-то убили. В общем, непонятно, что случилось. У нас есть тут топово просто, я бинтов, по-моему, поднял. Тут честплейт, камень, дерево, все. На антирейд пришли. Где 100 кассеры? Почему тут не было 100 кассеры? Скажи мне, почему не было 100 кассеры? Хочу 100 кассеры. Право. Право. Забирай. Все? Да, я забрал. Тут рассвет такой, знаешь, просто вот типа, вот ты забрал, а вот и рассвет. Да. Топовый дроп просто, никто не прибежал даже, никто. Кепочка одна. Короче, две камеры, деревянный армор и карьер. Классно? И... О, там. Движение. Дал. Башка готов. Ага. Отъехал. Дружочек там за камнями валяется. Наверное, бежать это один был. Так, я слышу, выйду. Разлутайся. Только смотри, в капкан не прыгни. О, как оно. Стоп. Не лезь. Не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Где-то еще один был. Как там кепка? Слушай, вот там, в той стороне. Вон еще там бегут. Слышу только. Вижу его. Голова у него. Боже, что? Почему он умирает? Все, ты не успел забрать его, да? Mm-mm. Я пошел взрывать чуть. Так, ну что, давай тогда ты пробуй взрывать отсюда. Только дай я посмотрю, мне кажется, кто-то под домом все-таки где-то он закараулился. Не знаю, вот ощущение такое нехорошее. Кто-то где-то сидит. Возможно и такое, давай просто спрыгну, и мы это узнаем. А потом кто-то сидит, как ты узнал, я хз. Просто прям под дверью. Иди отсюда, дружище, иди отсюда просто. Да, я спущусь и отхилюсь. Так, я забрал, можешь его... Выкинь ракетницу дома, залутай. Начало рейда вся топовая, когда болтовщики кроют. Мне опять нахитовали. Как же я в щи люблю получать. Опять бежит кто-то, чё? Подожди. Добирай, добирай. Кепка, не фартнул, иди... Лутай их. Я разберусь с этим, пытаюсь. Кому, тебе в голову? Калаш сбоку, уходи вниз, давай, калаш сзади. Так, ладно, ракета. Внизу калаш. Калаш по дому. Это же классно. Припяк вообще. Да ё-мо, ребята, дайте нам порей. Вот не вижу. А! Бедняжечка. Так, ну смотри, теперь так, надо тебе калаш забрать. Подожди, ну давай, беги, мне хил надо. Там питон валяется, патроны забираю, все. У нас как-то рейд начинается, мы сначала рейдим кепок вокруг, а потом рейдим остальных. Вот серьезно, мы уже набрали лута больше, чем в этом доме может быть потенциально. Калаш, главное, забери. Я выбежал за ним, в этот раз я буду в роли руфкемпера, но здесь по-другому нельзя. Ну тут без выбора, понимаешь? Тут как бы, если мы выйдем вдвоем на улицу, я думаю, что к нам толпы прибегут со всех сторон. Ты, кстати, читор уже, ты же знаешь, да, что ты читор. Тебе стенок дать? Не, у меня есть. Немного возьми лесов, чтобы застроить, но пока еще будет этот. Нам не дадут. Так. Итак, у нас, ребята, как всегда, очередной рейд, который начинается с убийства. С убийства нас другими почему-то. Мы еще даже рейдить не начали, нас уже пытаются все разнести. Поэтому я прикрываю Овна, да, Овнат. Рейдер шкаф. Там еще второй бежит. Он то ли базуку достал, то ли что-то слышишь, мне показалось. Возможно. Бахай, короче, шкаф этот. И тащи потом все это домой обратно, добро? Да, это естественно, ракетницу особенно. Так, перезарядка, последняя ракета. Слушай, я вот могу на весу хеды ставить, но когда FPS нормальный. Серьезно, сейчас могу так. Я сломал шкаф. Я могу строиться в упор. Я несу ракетницу, ты смотришь за мной, я пристраиваюсь. Не выходи, не выходи.
У него болтовка или калаш? Что, они пытаются нас заэтовать? Они сейчас с другой стороны. Не беспокойся, я отойду за стеночку и иду тут прямо. Один за стенкой. Один за стенкой мертвый. Хорошо. Не, они двое внизу побежали по низу. Они сейчас на маяк полезут. Они на маяк полезут. Чё? Меня грену кинули. Меня грену кинули, аккуратно. Паш, смотри за этой херней всей. Я скину дерево и пойду их разбирать. В любом случае, их надо убивать. Слева, на камне. О, нет. Слева на камне. Слева прям. За камушка отойди. Один умер. На камне сидит. На камне, да. 56 дал. Нет, он убежал. Я, походу, второго убил. Хорошо, но ты не спеши. Да, второй валяется, дохнет. Второго добей, если он еще. Так, отлично. Он умер. Пропал с камня, тут не вижу его. Отлично. ГВП иди карта. Так, да. Кепка за тобой за спиной аккуратно. Лутай быстрее, кепка там. Пропал кепку, вижу. Минус. Омлет. Он мне в голову попал. 4 ракеты, они собирались нас взрывать. Отлично, тащи все это, я запарил. Да? Торговать лицо. Ты его убиваешь, а стрела такая летит, я такой смотрю, и в голову мне просто. За что? Я чему удивляюсь? Мы даже до начала рейда начали огребаться, будто мы тут вообще, не знаю, уже там взорвали 10 ракет и все сбежались. Реально, вот до начала рейда. И ребята решили нас заантирейдить, герои. Заантирейдить с калашами или с чем они там были? Да, удачи. На доме пускай сидят и там вечно. Да с дома они напакостили уже столько. Я торговал лесом и получал больно. У меня тут странное. Вот, ребят, если у вас есть такая бага, в некоторых частях карты у меня просаживается FPS. То есть стабильно 60, в некоторую какую-то часть карты захожу, у меня стабильно проседает. То есть у меня вот прицел это не то. Задержкой водит. Вот сейчас нормально, кстати, сейчас получше. Вот сейчас в эту сторону посмотрю, здесь у меня бывает проседает. То есть вот чувствуется просадочка. Если у вас такое есть, пишите в комментарии. Пишите хэштег лаг. И все, посмотрим, у кого такая проблема. Потом зарепортим разрабом.